Капкейки готовятся из бисквитного теста, а различные вкусы придаются им с помощью всевозможных добавок – шоколада, корицы, ванили, есть морковные капкейки. Кроме того, внутри таких пирожных может быть заключена и начинка из растопленного шоколада, насыщенного ягодного или фруктового варенья, а также карамели, либо любого крема. Сегодня мы будем готовить шоколадные капкейки. Всем доброго дня! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. И сегодня мы будем готовить брауни-капкейки. Выйдет у нас, наверное, 12-16 штук. Что для этого нужно? Значит, 100 грамм темного шоколада, пачка сливочного масла, 200 грамм сахара, 4 яйца, 100 грамм муки просеянной, 2,5 ложки какао, 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли по вкусу. Давайте готовить. Поломали мы шоколад на кусочки и с маслом сливочным растопили на водяной бане. Соединили вместе с сахаром и сейчас мы размешаем. Сделали однородной массой, перемешали и оставляем на 10 минут. В шоколадную массу добавляем поочередно яйца и взбиваем на большой скорости. Соединяем все сухие ингредиенты: мука, какао, ванилин. С шоколадной массой и взбили на большой скорости. Вот такие вот пики, чтобы получились. И сейчас будем раскладывать мы по формочкам. Разложили мы по формочкам. У нас вот получилось 18 штук. Выпекаем 170-180 градусов 20-25 минут. Вот такие вот у нас получились капкейки брауни. Вот так. Сейчас мы разрежем, посмотрим, как они внутри, пропеклись или нет. Вот они. Капкейки какие у нас получились красивые, да, Степ? Да. Вот так вот пропеклись они. Хорошо. Какие получились. Красиво. Бабушка первая попробует. Можно попробовать Степочка бабушки? Степи, а пробовать? Или Степочка будет пробовать, дегустировать? Степа. Степа будет дегустировать? Давай. Еще теплый. Теплый? Как, Степочка? Укусно? Да. Ой, какая вкусняшка. Да. А что надо сказать? Спасибо. Спасибо. На здоровье. И бабушка попробует, так? Да. Вот такое. Пропеклись. Остынут, они еще вкуснее будут.